Ну и, естественно, вискоза. Вискозы тоже, наверное, порядка грамм 150 тебе хватит. Может быть, тебе даже хватит 100 грамм, а может быть, 50. Понимаешь, вискоза – это такой материал, который ты можешь варьировать. От того, что ты положишь ее больше или меньше, у тебя просто будет разная фактура. Больше зальешь – будет фактурнее изделие, меньше зальешь – не будет вот этих вот ярко выраженных фактур. Поэтому возьми столько, сколько тебе надо. Но я люблю, когда много. Вот знаешь, как бутерброд с маслом, так с маслом. Взял, положил, потом еще кусочек сыра, и ты покушал. А когда ты размазываешь, ну, это не то, это не моя история. Она вот. Лоск дает. Она дает лоск, она дает фактуру, она дает вот этот вот какой-то такой как каракулевый как бы эффект. Но без добавления флиса, потому что флисы утяжеляют юбку, ну вообще изделия, они дают большую такую толщину. Вот, поэтому, в общем, я за достаточное количество материалов. Вот, ну вот мы с тобой обсудили сейчас те количество материалов, которые нам нужны в работе. И сейчас мы будем с тобой переходить непосредственно к самому интересному и приятному – созданию и валянию юбки.